Николай Николаевич, добрый день. Меня зовут Станислав, я сотрудник службы безопасности банка. Рад знакомству. Прямо сейчас ваш банковский счет пытаются взломать мошенники. Юляш, меня сегодня пытались ограбить мошенники. Все хорошо, не волнуйся. Спасибо Станиславу, дай ему Бог здоровья. Сука. Да вы не принимайте на свой счет. Вы для него просто очередной мамонт. Кто? Ну, мамонт. Ко мне таких по 20 человек в день приходят. Долго он тут будет? Полина, у дедушки украли деньги. Ему сейчас очень плохо. А проси. Нам просто грусть печаль, чтобы не повесился. Где твой телефон старый? Найди, почисти и отдай деду. Привет, говорит мама. Палец дай. Его теперь мыть можно? Не могу я висеть на шее у дочки с внучкой. Я хочу мошенника вычислить, деньги вернуть, квартиру себе купить. Полин, что ты на себя надела, а? Что опять не так? Я тебя умоляю, сними это, пожалуйста. А что там в результате было загадано? Хитрец, да? Да. Полный хитрец.